поехал, Глинка, защитник вместе с ним. Ну, не отнимает, а так просто обозначает как бы борьбу. И подсказываем некоторые нюансы, какие-нибудь там, где как правильно бросить, как клюшку поставить, как отобрать, как пас отдать. Мы же такие даем упражнения, которые, например, делаем там уже у себя в первой команде. Все равно для них, мне кажется, это чуть-чуть сложновато понять эти всякие... Своим примером показываете, как нужно делать. Ну, конечно, пусть стремятся к этому. Вон там зелененький ходит, братишка мой. Братишка твой? Да. Дома мы так вот бесимся, на льду он мне подсказывает, тренирует меня. Что для меня много значит, и я хочу быть даже сильнее его, когда вырасту. В том числе имеет значение, что наши воспитанники приходят и показывают мастер-класс. Побольше бы таких тренировок, почаще. В первую очередь дают уверенность и смысл, для чего мы тренируемся ежедневно. Цель. То, что начинаем мы здесь, в детской школе, и доходим до команды мастеров, первой команды «Нефтехимик».